Программу представляет сеть магазинов «Диантус». Специальное предложение «Примула 100 рублей, цены ралия 290» во всех магазинах «Диантус». Конец февраля – самое горячее время в цветочных магазинах и тепличных хозяйствах. Ведь скоро 8 марта, а значит, миллионы женщин обязательно должны получить подарок – прекрасные цветы. Но если еще несколько лет назад, как правило, мы ожидали классический букет, то сейчас стоит присмотреться к горшечным растениям. Горшечные растения – это прекрасный вариант, потому что это по-настоящему живой подарок, который требует вашего внимания и ухода, за это он вас будет долго радовать своей красотой. Тем более, что многие горшечные растения одновременно отличаются редкой красой и неприхотливостью. Например, цикламен, который в древности считали целебным. За необычную форму цветов, кокетливо изогнутые лепестки, его называют танцующей бабочкой. Или примула. По легенде, изящные цветы распустились на месте, куда из рук апостола Петра упали ключи от рая. А чего стоит пеларгония? Красавица покорила европейцев еще в 16 веке. Ее привезли из Африки. Все эти растения, кстати, давно и успешно выращивают в оренбургских теплицах. И это большое преимущество. Растения, выращенные в местных теплицах, быстрее попадают в магазины и, естественно, в ваши дома. Такие растения не подвергаются транспортировке, а это же стресс для растения. Опытные цветоводы отмечают, что такие растения лучше приживаются, дольше цветут, и вообще из местных теплиц растения адаптированы к нашим условиям. К тому же современные флористы давно работают с горшечными растениями так же, как со срезанными цветами. То есть с их помощью создают прекрасные подарочные композиции. От скромных и изящных до впечатляющих и экстравагантных. В настоящее время в флористике используют украшения декоративных корзин как подарочный вариант. То есть берутся корзины и их обыгрывают уже цветочными растениями. Их можно обыграть красиво декоративными элементами. В данном случае натуральное волокно, декоративные бабочки, ленточки, коряги. И в целом эта композиция заменяет букет. В общем, теперь вы точно знаете, привычный букет – не единственный вариант презента на главный женский праздник. Подарочные цветы могут быть по-настоящему живыми, такими, которые останутся с вами на долгие годы.